Но у нас концерт в апреле. Сейчас просто печатают программу, и мне нужны фамилии. Поэтому мы уже не будем ждать, выучить, не выучить наши эти звукооператоры. Вот. Сколько у вас есть? Троих. Ну, Лиза у нас поет. Там вообще. Вот Лина. Ну, вот это вот, я не знаю. Тоже не про частоту еще. Мне нужны гарантии, блин. Ну, тогда давайте мы на следующей неделе, когда на медпрактике соберемся. Надо в срочном порядке, потому что я могу еще оттянуть до следующей недели. И все. Ну, вот во вторник. Что тут опять мне предлагают? Вы ни в коем случае в WhatsApp не обновляете ничего. Да я знаю, в Инстаграме тоже. Нигде ничего не обновляете. Вылетит. Все, сразу же прекратится все. Никаких обновлений. WhatsApp? Да и везде, WhatsApp, везде, и... вообще, везде. Ну, не знаю, вот Инстаграм, Фейсбук. В общем, Юля, все закрываешь на крестике аккуратненько, все. Вообще ничего не делаешь. Счастливо.
раз, два. По-моему, вообще перестал работать. Раз. Я просто так сильно на него давила, что не заметила, как это выключила. Я не заметила. Все, поем. Поем. Я не против. Давай. Передай там, давай там. Здесь нужно настолько четко нам с это, вступить. Так просто, да. Как будто половина, какая-то доля секунды, как будто я же считала все, когда клеила. Как будто не хватает. Ну, вот у меня тоже есть. Или у нас у каждого, понимаете, свой алгоритм, и мы как бы... Нет, ну вы сделали, как вы посчитали, а сейчас вам кажется, получается, вы... Не знаю. Я не знаю, почему. Ну, я... Ну, вот смотрите. Сейчас просто сама спою. Продлю. У меня проект сохранил, я его удалила. Ну, давайте. Что-то маленько, да? Чуть-чуть. Ну, по крайней мере, пока мы все-таки... На восьмушку, да. 16. Что ты предлагаешь, Юля, как? На два раза я помню, во второй раз. Второй. Просто так просто, мне кажется, легче будет вступить вообще, если ищут. И дыхание больше хватит там? Или что? Так нет. И знаете что? Да, крещендо там, да. Девочки, мы можем что сделать? Вы можете бросить просто реплику. Пойте с нами! И появляется на экране текст. Можно не тянуть, а просто пойте с нами! Что у нас там? Подпеваете или повторяете? Нет, это уже надо раньше текст включить, когда он русский текст появляется. Ну, он может быть и раньше, но в том плане, что прямо позвать. А, ну просто позвать, подпевайте с нами. Понимаешь, причем я вам могу сказать по секрету, хотя мы и пишем наши уроки. А наша задача с вами, я просто, она настолько веселая, она настолько хорошая и легко запоминающаяся мелодия, что почему не подпеть нам, тем более, что у нас в тексте. Подпевайте песенку эту, да, все это. Может быть, все-таки не тянуть, а там реплику бросить? Попробуйте. Давайте попробуем. Надеюсь, включить раньше. Пум-п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 ум-
И даже то, что там разные были реплики, это нормально. Это нормально. Я за то, чтобы вы как бы... И если еще и танцевать будут, то что станет Юля? Как отчество ее? Юлия? Валерьевна. Валерьевна? Юля Валерьевна, вообще бы замечательно, что они выйдут и внизу под сценой будут танцевать, потому что там, может быть, сцена будет занята. Я вообще же не знаю, какая сценография будет, что там будет на сцене творить. Поехали сначала. Лиси Гарин, Ори Гарин, only happy faces go there, and they never anywhere for a worry or a blue bed. All this music and this dancing. Вообще, это сад. Это сад? Что за сад?
Посмотри, у тебя сад. Только счастливые лица у тебя в зале целый сад. И у всех лица счастливые. Нормально так, Пупунь, это нормально. У всех счастливые лица. Что за сад? Понимаешь, вот все, вот ты должна сразу же глаза зажглась, чтобы они сказали, ой, какая девочка вышла. Ой, мы ее не видели еще. То есть Полину уже видели 100 раз. А знаете, что я подумала? А тебя нет. Давайте мы английский текст пустим. Ну, то есть с самого начала текст, но с переводом. Ой, девочки мои, понимаете, что это не моя режиссура, а в любом поедем в Чехословакию. Но она на самом деле написана в Чехословакии. Вот сейчас и Чехословакии нет. Я говорю, а если когда мы до апреля доедем на концерты, сейчас в связи с тем, что изменения на карте могут вообще возникнуть, мы сейчас в связи с событиями, то, что полиция не знает, куда мы поедем вообще с нашими орлами и решками. Поэтому я говорю, ну, я считаю, что здесь все-таки исторически, но небольшую преамбулу нет, у нас нет времени. С каждой песней мы обязательно рассказываем, что это за песня, ведь ей без 5 лет 100 лет. Ну это же, извините, причем в самом музыке, а текст может меньше. В 1939-м появился, то есть перед войной, и все там и пели. Перед войной, после войны. Она такая, понимаете, она как раз международная, которая сплачивает. И все танцуют, и все в паровозики встают, люди разных национальностей. Люди не понимают даже кто. И главное, им весело. Разницы нет. Чего бы на финал поставить? Мы все, да, конечно, конечно. Чтобы все артисты... Конечно, конечно. Конечно. Это не проходящий номер. Конечно. Это финальный номер. Тем более, если еще будет подтанцовка, и тут, понимаешь, тут можно было все прям паровозом вокруг вообще всего нашего зала и съездить. Потом можно было договориться со звуком, естественно, с ребятами сказала, если что, запускайте заново. То есть мы могли бы ее зарефренить и спеть второй раз. Она же очень коротенькая. Есть, понимаете, я в домике. Я вообще никуда не хочу лезть, это не мой проект. Это не мой проект, понимаете? Пускай люди уже делают, как они считают нужным. Хорошо, что мы выступим, и все. И наша задача зажечь зал. Даже если это будет первый номер. Не, ну если это наш номер, мы же можем сделать слайд-шоу из текста. Я, конечно, предложу всем. Со своим уставом в монастырь не пойдем. Все, у нас будет еще наш... У нас будет наш концерт, где мы все сделаем. И расскажем об этой песне. И выйдем все вместе с нашими звукооператорами. Я пока не знаю, сколько у нас микрофонов и сколько мы сможем подключить. Вот сколько сможем подключить, столько мы и возьмем людей. Главная задача выучить с ними голубей. Я рада, что нас вообще в концерт взяли. Вообще. Нас могли и не брать вообще в концерт. Там желающих очень много, потому что это все сопряжено с аттестациями преподавателей. Мне баллы вот эти, они мне не нужны. У меня достаточно другой деятельности. А у некоторых нет ничего, кроме как возможности выступать в концертах. Поэтому поехали. Еще разочек.
Точка была. Хорошо. Юбки надеваем 30-х годов. У кого нет? Да. Хороших вот такая пойдет. А что, такая у тебя длинная? Ну, да. Прям такая длинная? Прям. Ну, нет, не такая, но такая. Ну, хорошо. Хорошо. Горошек у тебя? Да. Какой? А? Какой цвет горошка? Черный. А, горошка белая, смайлик черный. Юбка черная, белый горошек? Да. Ну, Полина, у тебя что? Горошек есть? Что-нибудь? Вообще пышная юбка. Пышная? Ну, она не пышная. Нет. Нужен колокольчик. А, ну, мода 30-х, она, это не 50-е. Вот эти вот все, это же эти. Ну, у нас же стилизация, а что ты тут наденешь? Все же условно. Краями не встанешь в черном бархатном платье с белым жемчугом. Не пойдет. Длинное свое платье тоже не пойдет. Ну, там как раз... Юленька, присядь, отдохни сейчас, Полина. Длина миди? Там длина миди? А, ну типа этот... Ну, или нужно... Гангстерский стиль вот этот, с бусами, с перьями, вот это. Либо это, либо брюки с подтяжками, с белыми рубашками, что-то такое. Давайте думайте. Ну, там просто мода была жестко разграничена на мужскую и женскую. Да, это, я говорю, все условно. Ну, у меня есть подтяжки, даже двумя. Брюки тогда, подтяжки и это... Брюк нету. Я могу Рамазанов попросить. Почему у тебя брюк нет? У тебя же есть зеленые брюки, я же тебе подарю. Зеленые. Ну. А, я думала, черные. Зачем? Надевай зеленые брюки. Юля, у тебя есть брюки? Да, черные. А у тебя вот в клетку пойдут. А, да? Да, белая рубашка и эти... Вообще... И желтая рубашка яркая и подтяжки. Вообще у меня есть... Надо подумать. Может, моя вот эта сиреневая, которая с 3/4 рукав, ну, в котором я не исчезаю белый, 8 марта, и этот тоже... А, нет, это Хилла. Нет. Ты тут уже палантином не прикроешься. Оно такое вот. Вот. Сиреневая. Рубашку просто закатать рукава 3/4, воротник раскинуть, подтяжки, брюки. Либо... А у вас есть лапшичка? Что-что? Лапшичка. Ну так вот делаешь, оно так вот слоями, ниточки такие. А, в смысле, это не лапшичка называется, а травка. А, травка, лапшичка. Вот, и повязку на голову с пером. Я поняла, о чем ты говоришь. Да у меня что-то нет. Кому-то есть. По-моему, что-то есть. Может, кто-то один так, а второй с подтяжками. Только шляпы нет. Шляпы есть. Шляпы есть. Шляпы, кстати, есть любого цвета, и именно сценические в игре. Шляпы классные. Целая куча. Всего. Ну, я думаю, что будет интереснее, если мы будем в брюках с подтяжками. Все-таки, мне так кажется. Ну, может быть. Не знаю. Или в каблуках, или в ботинках. Но не с бусами. А, да, и симбиоз, и каблуки, классические туфли. Какой джазовый стиль. Да, брюки. Ну, давай сейчас с тобой поработаем, как импровизация себя чувствует. А потом с Юлей. Пока живет. Живая? Пока да.